Когда мы ехали в Вечурский район, еще не знали, что будем снимать сюжет именно здесь. Поэтому не удивляйтесь моему внешнему виду, не удивляйтесь тому, что я в лесу и что здесь, собственно говоря, мы делаем. Скоро вы сами все узнаете. А вы вот мне выдали вот такую вот штучку. Я же сейчас ее надену, и вы нам покажете, что вы делаете обычно, да? Ну, давайте. Да? Это кто такая? Это трутень, мужского пола называется. Как вы понимаете, что мужчина-то? А он не кусается. Женщины кусочек обычно, это женского пола, особи. Как и в жизни, да? Как и в жизни, да. Так, это кто у нас сжег пятнышком? Это королева, как называют. Ну, вообще-то матка ихняя, она одна. 3-4 года живет, в отличие от пчел. Пчелы еще месяц не живут. Печатали все уже. Там уже 3 есть. Но мы сейчас этим займемся. Ведро, нож крем, специальный нож. В одну сторону заточен. И начинаем. Могу взять, да? Любую. Любую беру. Какая вам понравится. Обычно светлая все время называют. Сладенько. Вот этот потом все, воск в обратную. Я его потом перетопку. Перетопляю его лануде. Ну, перетопляю воск. Вам пожевать отдать, что ли? Да. Сюда и положь. Когда это проживала, ты его брось. Это туда. Чистый воск заброс. Он, знаешь, такой желтый воск. Вы же сейчас шутите, надеюсь. А? Вы же шутите? Нет, ты что, шутим? Изъяли, обчистили, это, подрезали. И вот все, медогонку. Начинаем вращение против часовой тряпки, ну, на нижнюю. То, что ячея маленько находится под наклоном. И так как рамки полные, мед тяжелые, начинаем помаленько вращать. Вот все, за счет центробежной силы они вылетают по стенкам мед. Вот пчелы. Почему пчелы? Ну, не знаю, ну как, допустим. Так же, как рыбалка, охота. Это же тоже вроде нравится. Открываем. Вот так как всего 3 рамки. Напор поменьше, но все равно. Ну вот он, не сказать, что совсем такой темный красный. Это, собственно, из ваших рук. Да, вот он с пузырьками воздуха еще с медогоночки. Ну, вообще. Он с пузырьками, это он симпатично смотрится. Спасибо вам большое. Добрый человек. Вам спасибо. Спасибо. Сняли.